Итак, ребят, раз, два, три. У вас все слышно, видно, здесь все нормально. Привет всем, кто пришел. Продолжаем проходить. Хотя сейчас, секунду. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим, ясно? Напиши. Вар, Сумар, Вар, Ветур. Неа, неправильно. Ветур, Вар, Сумар, Хауст. Не вышло, но в маминой песне было так. Попробуй. Ветур, Сумар, Вар, Хауст. Все равно нет. Сын, какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Ну, как бы они сейчас вот
точно, а правильнее. Я даже попытался поменять местами, может, наоборот, хотя. Ну, значит, да, в другом направлении. Трей, то слово. Фола значит длиться. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Ньорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Это вряд ли. Враги над нами. Пока пол не обрушился. Фола! 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 Еще Траукас! Не пройти! Ура!
отец. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Привет, привет, Толян. Ну и насчет чтения, ну неудивительно. Он греческий знает, а не скандинавский. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Сейчас, секунду. Я что-то вижу! Вон там! Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут.
большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Трума! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Трума! Гляди в оба, сэр! Go!
Осторожно, сзади! Ну да, Сала, в этот раз все наоборот получилось. Кто-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. О, путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Сегодня я художник. Да, юноша. О, что-то еще? До встречи, друзья. Хватит дурить, сделай то. Ты сам не дури. Я не шучу. Он сражался с дядей и ушел живым. Пускай. Дядя наш. Значит, выпад. Так что хватит трепаться. Соберись и помогай искать путь. Да, как же вести отца? Да ты еще ты меня. Да. Нельзя подвести отца. Ищи давай. Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот и... Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди.
И далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Не указывай мне, что делать! Брат, ты живой? Нет, не бросай меня здесь! Салар упоминалась. Мелкий твой, брат. Блин, я забыл кое-что взять у этого торговца. Ну ладно. Не указывай мне, что делать! За мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Твои щелчонки ведь еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Надо повторить его! Сюда, парень!
Встань! Соберись! Соберись!
Прекрати! Сын, соберись! Сука! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить.
Хватит? Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Привет, Крис. Ну что ж, теперь мы можем проходить через вот эти печати. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Сократ, обязательно не забуду в этот раз. Прошлый забыл. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Я могу сделать что угодно. Что-то еще? Дай подумать. Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Парень совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо.
Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Клан Кратосу насрать уж точно. Он давно переборол смерть. Рума! Мы снова у руки великана. Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Там есть проход. Справа. На другой стороне есть путь к выходу.
Так, окей. Мне показалось, что там что-то было, но оказалось. Снова под ладонью, почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказал мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда внизу под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейм. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванделя. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько? Подлость, варварство, жестокость. Да, это все Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. И вот. Подумай еще. Так. Забавно. Ладно, ребят. Давайте сохранимся и тут останавливаемся. Продолжение следует.